Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, сегодня поиграем в игру, которая называется Kingdom Castle. Так, ну что, я так понимаю, мы будем выступать против Орды. Значит так, у нас мечник, лучник, есть маг. Мост. Ну давай, бэтл. Эш что-то тут бубнит. HP, MP, это я понял. Есть такое дело, ага. Ладно, это мы пропустим. О-хо-хо, слизни, что-то она мне напоминает, знаешь что? А почему у меня два луч... А, вот еще у меня лучник откуда. Сзади бомбит. Castle Grow чем-то мне напоминает. Начало, по крайней мере. Так, это первая волна только лишь, да? А, так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А я могу что-нибудь тут? Угу. А, вот, МПшки, это же заклинашки наши. А ну-ка. Точно. Что-то, ребята, уж больно похоже на Castle Grow. Куда? Да, давай, бомби. Они же сейчас, ну, бомбанут нас. Блин, ребят, я не успеваю. Я могу как-то улучшить и что-то сделать здесь? Где... где уровень моего замка? Не знаю, ребят. Я знаю, что мы с вами первую волну... Ага, вот. Вот у нас. У нас идет, ребят, прокачка все-таки. То есть... Да ты что? Так, три лучника. Так, а сколько у меня денег? Где вообще деньги у меня? А, вот монетки. Апгрейд. Сундук какой-то тут у нас. Ух, ё-моё. Ты посмотри, какие тут... Стартовый пак. Угу, спасибо большое. Так, тут есть шоп. Но я не буду. Мне там делать нечего. Так, глобальная энергия и майнинг. Купить. Я купить ничего не могу, друзья. Видимо. Ой-ой-ой, смотри, тут у нас. Ага. Так, а вас я могу? Друзья мои, я могу, видимо, их тоже увеличивать, прокачивать, но. Сейчас никак не получится. Жалко, английского русского языка нету. А может быть есть? Давай-ка я гляну. Хе-хе, это я. Ну-ка, в сеттинг зайдем. Нету. Нету, друзья мои, русского языка. Да и в принципе и ладно. Давай-ка мы следующую битву с тобой начнем. О! Ты посмотри. Слизни кончились, пошли у нас уже какие-то тролли, я так понимаю. Ну, лучники, конечно, там дают джаску, ты посмотри, а. Так, давай-ка мы вызовем, наверное, мечников. Так. Денежка, главное, у нас копится. Я так понимаю, мы можем апгрейдить только лишь по окончанию уровня. Прямо вот в середине мы с тобой никак не можем ничего тут улучшать. Правильно, догонять этого хламона. Ну, они как-то очень медленно идут, мои рыцари. Это, я так понимаю... Ага, автобой. Так, ну что, вторая волна. Она уже практически, ребят, подходит к концу. Как ты видишь... Давай-давай этих троллей, гоблинов этих, валите, валите, я говорю, гоблинов этих. Так, на тебе, засранец мелкий. Так. Нормально. Так, ну мы сейчас завалим, ребят. Это последний, да? Последнего есть. Так, мы прошли. Так, мне говорит, что мы можем что-то прокачать. Это что такое? Ага. Так, ну-ка. Один СП. Я, видимо, СП-шку заработал, да? А где тут можно увидеть СП-шку? Наверное, это когда уровень получаешь. Угу. Ну ладно, давай тогда мы, наверное, прокачаем лучников. Да. Я, наверное, готов. Так, нужен один билет добытчика. Да что-то я не хочу этого. Один билет добытчика. Так, давай вот так вот сделаем. Принял. Так, мы можем... О! О, друзья мои. У нас тут, оказывается, есть Блэктрон. Он 5к стоит. Ну, давай его возьмем. Это... Морозный титан.
Да, я хочу его купить, ребят. Я хочу его купить, вот он будет здесь у нас стоять. Паладин первого уровня. Я его могу еще и прапать до второго уровня. Все, я готов, друзья, поехали. Что этот морозный титан будет делать? Вот мне хочется посмотреть. Он, наверное, действует... Ой, смотри, какие. Мелкие шитики тут летят. Что-то морозный титан у меня ничего... А, вот. Прикинь, он вызвал вот такого вот здоровяка. На тебе, получи. Ну, сламик какой-то, да? Он бегает, но у него очень много хп, я смотрю. Или его просто не трогают, или он действительно такой мощнявый. А я еще могу вызвать? Два титана. Попробуй-ка чуть против них сделать. Да ничего у вас не получится. Сосунки вы еще все. А мы с тобой третью волну прошли. Да, мы там радостные такие. Хи-хи-ха-ха. Вот я строю, строю, строю. Это, я так понимаю, прочность у меня увеличивается, да? Так, открыли еще два слота, ребята. Ух, ёк, макарек. Ой, ой, сколько вас тут будет-то? Ядрен, матрен, вы серьезно? Я еще одного лучика возьму. Так, ну что, давай. Это что такое? Это кто такой? Это какой-то мелкий демон. Какой-то мелкий демон. Я в помощь к титану вызову еще двух вот таких вот рыцарей. Да, пускай они тут разбираются с ними. И... Давай, град стрел. Нет, давай-ка лучше, наверное, вот так вот сделаем. Летит, летит, летит. На тебе, массовая атака. Давай еще одного титана позовем. Нормально. Сдаваться, я сдаваться не собираюсь, ребят. Фей. Губишка раскатили. Никаких сдаваний. Да куда же ты стреляешь? Он уже умер, там уже лежит. Они все стреляют по нему. Кстати, у нас третий уровень. По-моему, СПшка есть. Я ведь могу прокачать? Могу ведь? Слушай, может быть, нам скорость чуть-чуть побыстрее сделать. Как думаешь? Так, ну смотри. Мы можем взять с тобой... уничтожитель. Ледяной маг. Джавелин. Это у нас электрический маг, да? Да, ребят, берем. А сюда, сюда кого взять можно? А сюда можно взять, наверное, уничтожителя. С таким валуном. Давай уничтожителя поставим, фиг с ним, пускай будет. Твою налево, я, по-моему, ребята... А! Ага. Значит так, ребят, тут вариант. Либо ты оставляешь уничтожителя, либо... Ну-ка, допустим, допустим. Ага, все, поставили. Значит, можно любого ставить. Так, и здесь... Давай, наверное, опыт прокатить. Нет, опыт не хочу. А вот это что такое? Кулдаун. Давай кулдаун поставим. Минус 1%. А двоечка пока еще не открыта. Я не знаю, как ее открывать, ребят. Наверное, наверное, когда прокачается у нас... ну, замком это не назвать, ребят. Это какие-то ворота, да? А ну-ка. А молния как работает? Молния работает слабенько. Где тут? Вот, вот, ребят, увеличение скорости. Давай титана позовем. И двух мечников. Ага, не дойдут. Так, пошел метеорит. Бамс, фаербол. Можно так назвать. Ого! А что такой? А что такой шустрый-то? Эй, малый! Типа босса, что ли, нет? Кто такой-то вообще? Да ты припух, ты посмотри, я по нему сколько бомблю. Ну, устояли, ребят, мы устояли против этого охламона. Так-с, 17 тысяч, ну я, наверное, буду прокачивать дальше
автоплей. Еще и уровень получили. Так, ну давай, наверное, ну давай опыт возьмем. 2% к опыту, да, смешно. Это смешно на самом деле, 2% к опыту. Я буду улучшать тогда о! Точно, ребята, ну, точно, точно Гроукасл. Один в один. Так, что это у нас такое? Морозная башня, тут непонятная. Ну, давай вот это вот поставим. Уж не знаю, что она делает, ребят, надо будет смотреть. Поехали, в бой. Так, она бросается каким-то лунами. Так, может быть, еще ускоримся? Ага. Мы не можем почему-то на третью ускориться, ребят. Только вот вторая скорость нам пока доступна, и все. Давай, молнии. Титан, выходи. Опять ты? Не, он меня напрягает, ребят. Не, ну это никуда не годится. Где вообще сила моего замка? Ворот вот этих вот. Я не вижу, по крайней мере, сейчас в данный момент. Но мы их запинали. Да что вы со своим стартовым паком? Отвяжитесь от меня, в конце концов. В общем, пятую волну мы с собой уничтожили. 18 тысяч у меня, да? 18 тысяч, давай. Слот, еще один слот. А где, друзья мои, слот? Здесь? Ну давай вот это вот построим. Ага. Ой, ё-моё, нифига себе. А... 180 тысяч, ребята, стоит призвать голема к нам на помощь. Слушай, так тут нормально, так слотики-то раздают там. Давай попробуем взять. Не могу, да. О, нифига себе, повышает опыт. А бомбермен? Психическая атака. Ну, пока, ребят, не будем ничего покупать. Попробуем так сразиться. Надо, главное, этих сразу вызывать, чтобы они у нас тут стояли. И сейчас 100% опять побежит этот лучник. Я уже просто предчувствую. Не лучник, а этот конник. Побежит же, да? Грязношлеп несчастный. Так что ждем. Вот он. Ну, куда же без него? Надо, знаешь, нам нужно, видимо... Слушай, а может быть, действительно, какую-нибудь заморозку взять? Я не уверен, конечно, но попытаться можно было бы. Все, с этим я разобрали. Да что ты со своим стартовым паком? Ну, хватит уже мне его подсовывать. Я не хочу. Я его брать не хочу. Так, улучшаем. Здесь улучшили. Мне денег не хватает. Нет, я могу взять вот этого вот мага. И могу взять вот этого. А как-то сейчас все будет в совокупности работать? Так, установил, да, его типа? Угу. В бой. Ну-ка. А, вот он, друзья, выходит. А вот это вот бамс! Слушай, нормальная заморозка такая. Я тебе скажу, очень же великолепная. Давай сделаем так и град стрел. Нормально замораживается, кстати. Вот, опять бежит. А почему на него заморозка не действует? Нет, она действует, но как-то замедленно, если честно. Да не нужен мне ваш пак, ну успокойтесь, ну серьезно. Подожди, а почему? Почему до сих пор пятая волна, а, ребят? А, это шанс крита, а это дамаг. 1%! 1% всего лишь к дамагу, ну. А где взять билеты? Чтобы улучшить, нам нужен билет. Так, давай дальше битву.
Сразу вызываем подкрепление. Так, копейщика возьмем. Градстрел. Вот так вот. На тебе. Так, их запинали. Опять он тут, как тут, а? Смотри. Куда вы бежите-то? Эй! Ну тут же стоит этот хламон. Че вы... Блин, надо же... Не бьют его еще, понимаешь? Я хотел, чтобы они его бомбили. Почему пятая волна до сих пор? Никак не могу врубиться. Что я должен сделать, чтобы перейти на следующую волну? М? Так, 14 тысяч в плюсе, да, у меня получается сейчас по деньгам. Может быть... А что будет, если я, например... Вот так вот сделаю. Фига там отряд лучших. Посмотри, сколько стрел летит. И ты еще не забываешь, что каждый прокачивается из них может. Град стрел. Давай так сделаем. И фаервол. Опять ты бежишь, а? Ну ты посмотри на него. Но здесь он, ребята, быстрее погибнет. Потому что у нас вот там вот целый отряд лучников, который очень хорошо бьет. Так, я не могу врубиться. Почему я не могу пятую волну активировать? Почему я не могу активировать пятую волну? Что нужно сделать? Нет, это выход из битвы. Это не то. Так, а что тогда я должен сделать-то? Что-то мне подсказывает, что надо вот этого ханорика, который очень быстро уничтожить. То ли еще что-то. Потому что, ну, пятую волну я никак не могу пройти. У меня не получается ее взять. Так, автобой я не хочу. Фига тут пещера с самоцветами. Здесь не могу взять. Здесь цешки нужны. 180 тысяч. Голема, чтобы купить. 180 тысяч. А ну-ка, дай-ка я... Вот так вот сделаем. Прокачал нашего лучника, друзья. А башню, например, чтобы открыть, что нужно? Блин, до сих пор пятая волна. Что же я там неправильно делаю? Но я не хочу брать это. Так, 16 тысяч, да? Так, мы опять улучшаемся. Что мы открыли? Ага, сюда что-то мы можем поставить. Ой. Золотой баннер. Баннер рыцаря. Ну, короче, это флаг. А каждый флаг что делает? Крит рейт.
Skill cost. Понятно. То есть флаги еще здесь, да? Даже немножко музыка похожа, как я из Castle Grove слышал, да? Я пытаюсь. Ничего подобного. Все равно они меня расколбашивают. И что мне надо сделать для этого? Опа-на. Давай так вот сделаем. По идее, эта башня должна замораживать. Ну, по идее. А вот как оно будет на самом деле сейчас? А, ну здесь флаг, понял. Так, я не могу понять, это башня что делает? Пока все идет хорошо. Да ну не хочу я твой пак брать. Так, битва. Ability from rage. Нет, он все равно успевает, ребят, подбежать к замку и бомбануть его. Поэтому ума не приложу, что нужно здесь сделать. Еще лучников поставить. Так. Ну, лучники у нас типа улучшились, да? Что я должен сделать, а? Ну это нереально, ребята. О, если надо уничтожить его до того, как он прибежит, это невозможно. Он все равно успевает добежать. 3% к атаке. Ты понимаешь, что вот эти вот голем, да, титан этот и все остальное не сможет нам продержаться очень долго. Потому что этот рыцарь, он сразу скачет. Вот, смотри. Его никак не притормозить, не заморозить. Что с ним нельзя сделать? Или вы меня не будете продвигать дальше, пока я не куплю у вас этот пак? Или как вообще понимать? Ну давай. Ага. Вот так вот.
Интересно, можно прокачать мне как-то этот? Я не успеваю его заколбасить. Он слишком здоровый для моих юнитов. Ага. Так, что у нас тут? Ох, ё-моё. Ну что, друзья мои, тут у нас еще и главные герои будут. Так, смотри-ка, а что такое башня? Это что у нас? А, это для лидера, ребят. Это прокачка лидера будет нашего. Ну, главного. Так, мне бы хотелось бы, конечно, чуть-чуть побольше денег бы. Надо было деньги прокачивать. Да? Мы всех разбираем, но почему-то не переходим на следующий уровень. Я не могу понять, почему. В чем причина-то? Не пойму. Так, ну что, друзья мои, вкратце мы глянули. Вот так вот буквально там пару минуточек пробежались. Пишите, как вам игра. Хотите ли вы продолжение? А на сегодня обзорчик заканчиваем. Всем удачи и до новых скорых видосиков.